Всем привет! Сегодня будем готовить вкуснейшие гренки с чесноком и вареным яйцом. Получается очень быстрая и вкусная закуска. Необходимые ингредиенты в описании под видео. Приятного просмотра! Первым делом отправляем на плиту яйца, варим их 5-10 минут. Тем временем нарезаем хлеб ломтиками. Затем разогреваем сковороду, вливаем масло и обжариваем хлеб с каждой стороны несколько минут, до румяной корочки. Выкладываем гренки на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Обжаренные гренки также немного присолим. Затем на крупной терке натираем вареные яйца. Каждую гренку тщательно натираем чесноком. Затем смазываем гренки майонезом. Сверху посыпаем тертым яйцом. Вот и все, наши гренки готовы. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пусть вам будет вкусно!